Всем-всем привет, мои любимые доченьки, всем друзьям, внучки, всем-всем большой-большой привет. Я как в поле чудес всем передаю приветы. Сейчас будем угадывать, что я буду готовить. А решила я приготовить перцы, такие фаршированные. А фаршировать я их буду чем? Угадайте. А вот чем. Какой-то сервелат купила, сыр, яйца. Вот, все, что мне потребуется, значит, для этого блюда, все почти лежит на столе. Приготовилась. Ну, значит, сейчас я натру сыр на терке, нарежу соломкой сервелат и снова включусь. Итак, мои дорогие девочки, мальчики, не знаю, смотрят ли меня мальчики, но девочки-то точно. Значит, я перец порезала, серединки вытащила оттуда. И смазала маслом подсолнечным. Вот. Кисточка у меня лежит. Теперь я этот листик поставлю в духовку. Она у меня разогрелась на 180 градусов. И я поставлю туда на 2-3 минуточки. А потом, когда достану, буду начинять. И, соответственно, включусь. Значит, прошло 3 минуты. Ну, я заглянула, потрогала, он твердоват. Я решила оставить еще минуту на две. Вот сейчас открыла, выпустила жару. Ну, пусть постоит еще 2-3 минутки. Прошли еще 2 минуточки. Сейчас я буду класть в перцы начинку. Вот здесь я подготовила колбасу, соломкой порезала сервелат. Здесь, значит, у меня сыр на терке. Потерт. И здесь вот сырые яйца. Сейчас будем пробовать это все начинять. Так, кладу начинку. Тут ко мне оператор подключился. Оператор. Какой у нас будет вкуснейший перчик. Обалденный. Так, можно, конечно, ветчину сюда положить, а можно сегодня такой вот сервелат. Будем пробовать. Наверное, заградила тарелка это, чтобы побольше вышло охота. Это что такое? Сейчас мы уже кладем сыр. Так, молчим. Молчим, тишина. Как ты думаешь, Юрий, вкусно будет или нет? Когда попробуешь, скажешь. Надеюсь, что это быстрее приготовится. Поэтому молчишь. Да, слюну заглатываю. Ну вот, значит, начала разбивать яйца. Что-то выбрала перец помельче, думала сначала. А сейчас вот смотрю, надо покрупнее перчик, чтобы... Или яички надо помельче, перепелиные. Что-то у меня какие-то крупные. Вообще, крупняк. Ну ничего, съедим. Что теперь? Если вытечет... Ну, в другой раз я уже выберу перцы покрупнее. Чтобы яйца помещали? Да. Или, может быть, надо колбасы поменьше класть. Колбасы можно и побольше. Сыра поменьше. Нет, мне нравится сыр.
Это же все спечется сейчас. Да, да, да. Сейчас все как запечется. Да. И будет какая вкуснятина. Все, я, значит, начинила. Вот, скорее всего, хочу перчиком посыпать. Не знаю, почему. Почему я это хочу? Ну, хочется. Импровизируешь? Хочется мне перчика. Перчинки подсыпать. Повар-импровизатор. Вот соли не знаю. Надо, не надо. Да давай. Прям по 1 грамму. Тоже охота. Ох, люблю я соль. Ням-ням-ням. А я колбасу. Давай. Все, ставим это в духовку. И ждем. Минут, наверное, 10 будем запекать в духовке. Оля! Все, выключаем. Все, уже тут приготовилось. Как муж сказал, ничем не отравимся. Ни колбасой, ни сыром. Ням-ням-ням. Сейчас будем пробовать. Эту вкуснотищу. Вот, достали из духовки наши перцы фаршированные. Сейчас я их положу в тарелочку, и мы их будем пробовать. Вот что у нас получилось. Значит, перчики я положила, помидорки порезала и зеленью присыпала. Ну все, наконец-то мы сейчас попробуем. Включу. Так, сейчас мы будем пробовать наши перцы. Пропеклись ли наши перцы, вкуснятина ли это. Я, честно скажу, я до этого никогда вот именно вот так не готовил. Сейчас мы попробуем. Что-то. Перцы вполне съедобные. Но, честно сказать, я бы подсолила. Мне так соли не хватает. А так все ништяк. Готовьте фаршированные перцы. Очень вкусно. Колбасой и сыром. И с яйцом. Всем пока!